Всем привет, с вами Дроманин Андрин, и сегодня, как всегда, Кастельвания. Я ее допройду, во что бы то ни стало, и мы проходим дальше какую-то там часть, которая называется All Rocky. Ну, собственно, слушаем брифинг и начинаем. The giant mechanisms and gears continue to turn, but Gabriel continues to foil them. He is now in the heart of evil. Darkness is all around, surrounding him from all sides. Here he will meet the brother of the one he destroyed in the village. His name is Olrox. The two brothers have been her greatest champions, yet I sense their reign of evil is ending here tonight. Olrox and his brother Brawner are traitors who took sides with the Queen when she became one of the Dark Lords. He has wreaked terror on the lands ever since. But now he will meet one who is greater, more powerful than he. One who will deliver a message without any mercy. Olrox, meet Gabriel Belmont and his vampire killer. Шикарно, босс. И, по-моему, даже два в одном. Но посмотрим. Написано только Olrox. Скорее всего, с ним только и будем драться. А его брата не будет. Мы же убили его в деревне. You shall not pass through here. You shall not stand in my way. Да-да-да. Ух ты, блин, ты что? Ух ты, опасный парень. Но он разозлился, видимо, за то, что мы убили его брата. Хотя, может, мне кажется? The dark lady watches over you. Что? Хочешь, чтобы я ее похвалил? Да, без силы вообще трудно драться с ним. По сути-то его блокировать, я уверен, можно. Ого! А вот эти вот, по-моему, кинуть нельзя обратно. Ой-ой-ой. Ну давай. Не, по-моему, все-таки их отправить можно назад. Но я не буду пробовать, честно. Все это слишком страшно. Да. Он разозлился, потому что моего брата убили. Ну извини, ничего личного. Он хотел убить меня. Все справедливо. Ой. Говорят, я Olrox. Но он не сложен, в принципе, он повторяется слишком часто. После этой атаки он обычно наносит два неблокирующихся удара, поэтому лучше отскакивать. А изредка кидает свои клинки. Сейчас, я думаю, если мы успеем схватить души, вот эти вот, эту энергию, восстановим себе здоровье. Что здоровье важнее! Мы его и так продамажим. Сейчас лучше здоровье. Тихонечко. Легко. Хочешь, покажу? Если ты выживешь, конечно. Ну, ты же не выживешь, мы же оба это знаем. Olrox. Хватит меня сосать, хватит меня сосать, я невкусный! Уйди. My lady will be pleased after I bring her your hand. Сначала принеси, потом хвастай. Ладно? Вот хвастун же, а. Какого брат просто. Я убью тебя, ты будешь... Ты слабее этих крестьян. Честно, хвастун. О! Шикарно, он восстанавливает здоровье. Я тоже почти как вампир на самом деле. У меня же тоже есть эта вот сила добра, которая меня восстанавливает. Ой, подлагивает слегка, ну ладно. Слишком далеко мы зашли, чтобы проиграть сейчас. А, он так вот пару раз попьет, я думаю. Так. Где он появится?
Черт. Они, видимо, еще живые. Проклятый. Где? Где? Вася. Не перепутал. Ой, лагает-то как жутко. Сейчас, погодите, я с этим разберусь. Так, продолжаем. А, нет, так же лагает, ну ладно. Ой. Эти лаги меня убивают. О-о-о, просто вот слайд-шоу. Слишком далеко зашел. О, я не знаю, с чем это связано. Пожалуйста, умри. Само собой, он не умрет. И опять туда же. Я не знаю, что тут нужно делать, чтобы он умер. Да блин, как он так много восстанавливает здоровье? Проклятые алроки. Надеюсь, у вас хотя бы не так лагает. Нет. Не знаю, попробовать что ли отпульнуть в него обратно снаряды. Нет, они не отпуливаются. Но хотя бы буду знать. Да, он умнее своего брата. Он не будет кидать меня в то, что я могу легко отбросить ему обратно. Пожалуйста, умри! Я уже не знаю, как с тобой бороться. Он опять к тому же подходит. Нет, это, по-моему, до бесконечности может быть, на самом деле. А, вот так надо. Ну, как я мог не догадаться? Надо убивать эти трупы, чтобы он их не ел. Будем знать. Да блин, хватит лагать. Начало битвы было нормальным, сейчас лагатронище просто. Давай. Да блин, уйди! Блин, у меня вообще нету чем сражаться уже с ним. Даже не закрыл за собой. Там, по-моему, оборотень был или что-то подобное. Нет, пока он их не откроет, нам не видать уничтожение. Ну так и знал. Так и знал, что все вот этим вот и кончится. Далеко начинаем. Потому что догадываться было раньше. Ой. Честно говоря, он говорит как какой-то орк, не как вампир. Он выглядит соответствующе. Ура! Ну давай, давай. Старайся лучше. My
lady will be pleased after I bring her your head. Может быть и будет гордиться, но только не сегодня. Хотя ладно, с другой стороны. Ты вампир, ты могуч, ты летаешь, блин, среди туч. Так, ну все, поехали жрать людей. Или что ты там жрешь, я так и не понял. Похоже на людей, но слишком раздутые. Ты много у них высасываешь здоровье себе. Да, это оборотни, по-моему, эти старшие. Чересчур похожи. Я думал, владыки теней между собой дружат. Дружба, мир, союз теней, все такое. Не-не-не, ничего там подобного. Воюют как другие. Спокойно. Давай. Не зря я накопил. Надоел. Сказал же легко. Давай, пожалуйста, возьми. Возьми шарики. Бельмонт, ну возьми. Да, он точно жрет оборотней. Убиваем скорее его. Видно, оборотня. Да жаль как-то их. Спорим, что нет. Интересный босс. Особенно, что тут фонтанчика никакого не дали в начале. Ничего вообще. Просто засылает нас к этому вампиру. Откормности добавляет. Я просто сейчас в слайд-шоу играю, честно говоря. Не знаю, с чем это связано, но я не хочу вырубать. Слишком все хорошо идет. Считайте, что вы смотрите слайд-шоу, как убивать босса. Ой. Отлично. Шанс убить его? Давай. Опять этот клинок. Что ж вы все так любите эти клинки? Вам же от них только хуже. Все что ли? Если все, то это будет нечто. Я сомневаюсь. А, нет, все. Вы нашли свиток, прочтите его. На камне высечено какое-то зашифрованное послание. Чтоб к владыке вампиров открыть все же путь, наполните все чаши ключом, не забудь, что отлит не металлом и не вытесен деревом. Но из чего же то, что называем мы хлебом? Из чего то, что называем мы хлебом? Направлять кровь. Так. Надо это как-то быстро, видимо, сделать. А, тут нужно до одной довести, до другой. И там перезарядка идет. Я понял, сначала до первой нужно довести, потом до второй. Вот сейчас у нас рез идем. Да-да-да, вот обновление идет. Теперь нужно в другую лезть. Интересно. Главное, упорота. Вот это упоротость. Шоу «Упоротость без границ». Скорее, да, давай, давай, давай. Я успею. Нет, да, нет. Да, нет. Тяжело успеть. Ну-ка, может попробуем подсюда пойти? По-моему, подсюда более реальнее дойти, чем там все обходить. Да. Тут вон как все задумано. Ну я почти дошел.
Давай. Ха! Испаряется на последнем мгновении. А, если не держать, она возвращается обратно. Не успеваю ни в какую до последней. Может, я не... Нет, я тем путем пошел. Ну-ка, может, вот так? Нет, так точно не получится. Я туда-то не успеваю. Еще загадку подсунули, ах, заразы. Дай расслабиться с боссом сразу загадку. Чуть-чуть не могу довести. Почему не, не могу чуть-чуть? Не знаю, может. Давай. Есть. Есть же. Куда дальше? Нет, направо, я думаю, не надо вообще вести. Надо просто вот здесь успеть и все. Давай. Нет, тут нельзя успеть. Да, до правой все-таки придется доводить, я думаю. Не зря ее сюда вставили. Дави. Теперь сюда, налево и дальше. Господи, эту кровь упора довести вообще. Да, все. Изи головоломка, просто кровь иногда, видимо, где-то подтупливает и не до конца пробегает. Головоломка решена, плюс 1000. Ну, какая-то головоломка. Спидран какой-то просто. Как можно быстрее добежать. И все, конец главы. И последняя глава. Все, готовьтесь, люди. Тронный зал, мы почти дошли. Сейчас убьем эту владыку теней. Вампиршу. Всем обязательно для просмотра. Вот обязательно просто. С вами же был Друман Индрин. Всем подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, рассказывайте друзьям. Обязательно они должны это посмотреть. В общем, всем большое спасибо. Смотрите меня.